В Хамас заявили, что сообщение агентства «Франс-Пресс» о заморозке непрямых переговоров с Израилем о перемирии в секторе Газа является ложным. Это заявление, которое цитируют израильские СМИ, появилось в официальном телеграм-канале группировки. Одна из целей эскалации напряженности со стороны Нетаньяху и его правительства – перекрыть дорогу к соглашению, которое остановит агрессию против нашего народа. И это ясно всем, говорится в заявлении. Ранее в воскресенье агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на высокопоставленного представителя группировки сообщило, что Хамас вышел из переговоров из-за, цитата, «продолжающейся политики промедления и обструкции», а также продолжающихся массовых убийств безоружных гражданских лиц. В субботу израильские военные нанесли удар по району между Аль-Маваси и Хан-Юнисом. Его целью, по заявлению Цахал, были командир военного крыла Хамас Мухаммад Дейв, а также командующий бригадой Хан-Юнис Арафаа Саламех. Также утверждалось, что в районе удара находились еще несколько десятков боевиков Хамас, включая охрану. По данным Минздрава анклава, в результате атаки погибли 90 палестинцев, около 300 получили ранения. Вечером в субботу Нетаньяху заявил, что пока нет абсолютной уверенности в том, что Мухаммад Дейв и Арафаа Саламех были уничтожены.